Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Когда закончится геноцид? Армянский вопрос. Интернет-отчет. Турция, включая оккупированную Западную Армению, снова в списке несвободных стран. Завершен ремонт участка дороги Джавах-Книнацмин до Армении. США строят военные базы в нефтяных районах Сирии. В Германии установлен памятник в память о геноциде турок против ассирийцев. ОАЭ создает крупнейший оборонный конгломерат на Ближнем Востоке. В Китае открылся армянский выставочный зал. Когда закончится геноцид? Армянский вопрос. Важным моментом в этой резолюции является период времени, упомянутый в документе 1915 по 1923 год. Это означает, что геноцид в отношении коренного армянского народа продолжался на территории армянского государства, признанного в 1920 году союзными державами и подписанного Севрским договором 10 августа 1920 года. Армен Акбарамян, президент Республики Западная Армения. Когда заканчивается геноцид? Ожидаемый ответ, когда убийство закончится. Говорят, что нацистский геноцид закончился освобождением лагерей массового уничтожения, окончанием Второй мировой войны или судебными процессами в Нюрнберге. В любом случае, нацистский геноцид является историческим фактом, который общепризнан даже его исполнителем. Ясно, что недавний геноцид в Камбодже закончился, несмотря на то, что никто из его организаторов не понес наказание. Геноцид в Руанде окончен. Процесс над организаторами и нанесение наказания преступников продолжается. Однако некоторые другие геноциды или акты геноцида не были приняты, наказаны, признаны или, что еще хуже, полностью отвергнуты. По некоторым данным, убийство индейцев в Америке попадает под эту категорию, и есть утверждение, что этот процесс продолжается различными способами. Эту проблему необходимо более тщательно изучить в исследованиях Холокоста и геноцида. Я не собираюсь делать это в этом заявлении. То, что меня интересует, это первый геноцид 20 века. Геноцид против армян, который был для некоторых образцом для Гитлера и нацистской партии по уничтожению евреев, цыган и других этнических и социальных групп из Европы. Статью Тиграна Кюмджиняна полностью вы можете прочесть на нашем сайте. Согласно отчету Freedom House о свободе в интернете за 2019 год, в этом году Турция также входит в число несвободных стран. Отчет включает период с июня 2018 года по май 2019 года. В нем представлены 65 стран мира. Турция, набравшая 37 баллов из 100, включена в список несвободных стран. Страны той же категории, что и Турция, Азербайджан, Мьянма, Беларусь, Казахстан, Россия, Венесуэла, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Узбекистан, Судан, Вьетнам, Куба, Сирия и другие. Завершены ремонтные работы на около 15 километров на участке дороги Нинацминда-Армения с села Орловка до границы с Арменией. Работы на втором участке Нинацминда-Орловка пока не начались. Работники, которые вывозили технику, говорят, что работы по асфальтированию завершились несколько дней назад. Реконструкцию проводила дорожно-строительная компания «Джавах-Автогза». Также будет проведен ремонт 7498 метров второго участка от Нинацминда до села Орловка. У компании-победителя будет 11 месяцев на завершение реконструкции с двухлетней гарантией. США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, чтобы окупить свои расходы по военной операции, которую американцы проводили в Сирийской Арабской Республике без согласия Дамаска. Об этом заявила глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Ранее СМИ сообщили, что военные США готовятся к формированию баз в Дейр-эз-Зоре. Также агентство Анадолу передавало, что США используют территорию крупнейшего нефтяного месторождения Сирии Аль-Амар в качестве своего военного объекта. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии штаты получили благодаря вооруженным курдским формированиям. Сейчас под контролем курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля Аль-Амар, Аль-Танак и другие. Ассирийцы в Германии установили памятник возле города Гиссен в Полхаме в память о геноциде против ассирийцев в Османской империи. Городской совет единогласно принял решение установить памятник геноциду. Мэр Гизена Уду Шефман выступил с речью. «Сегодня очень важный день. Мы устанавливаем этот памятник, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись. Мы преклоняемся перед памятью всех тех, кто стал жертвой геноцида», — отметил мэр. 25 государственных и независимых компаний ОАЭ объединяются, чтобы создать одну из крупнейших оборонительных групп на Ближнем Востоке. Об этом заявил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид ан-Нахаян, который также является заместителем верховного главнокомандующего ВС. Новый конгломерат будет называться ЭДГЕ.
Он объединит 22 частные фирмы с государственными компаниями. Предполагается, что под защитой гиганта будут работать 12 тысяч человек. Новый лидер Бааль-Банаи признал, что компания будет стремиться помочь вооруженным силам ОАЭ в регионе быстро получить как программное обеспечение, так и оборудование, необходимое для отражения локальных угроз. Аль-Банаи отметил, что цель заключается в том, чтобы обеспечить ОАЭ суверенную способность защищать себя, а также развивать свою экономику знаний для того момента, когда закончится последний баррель нефти. Армянская выставка открылась в Государственном музее Китая. Как сообщается, в мероприятии приняли участие главы общины Памзэшан провинции Ширак, представители армянской общины Читы, директора нескольких музеев Китая. В ходе мероприятия они рассказывали об армяно-китайских отношениях, отметив, что народы успешно сотрудничали со времен Великого Шелкового пути. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Дэпи Ван. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.